Я считаю, что в нашей мировой системе не может быть одного лидирующего государства. Одного, да, как может быть, и раньше им была Америка, но сейчас ситуация кардинально изменилась, особенно после кризиса. Страны БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Америка, я считаю, что они составят в скором времени большую конкуренцию Америке, Евросоюзу, своим экономическим, торговым объединением и своей мощью, потому что Россия вполне может противостоять Америке, и если она этого захочет, то, скажем так, она сможет доказать это, что она сильнее.